Работа связана с реконструкцией мостового перехода через реку Трубеж. Работа связана с асфальтированием. Уже последний этап работ по этому объекту. Дороги перекрыли время на 4 дня. Надеемся, что за этот период времени мы уложимся. Асфальтовое покрытие будет в полном объеме. И планируем еще успеть разметку пластиковую нанести, чтобы уже открыть перекресток в полном, нормальном объеме, как положено в соответствии с проектом.